Спонсор программы – минеральная вода «Архыз» с необходимым набором макро- и микроэлементов. «Архыз» – вода из чистого источника на каждый день. Генеральный партнер программы «Минеральная вода Архыз» – вода из горного минерального источника. Утолить жажду, наделит организм полезными минералами. Здравствуйте, в эфире Анна Петлина и прогноз погоды на следующие сутки. Центральная Россия. Ясная погода нас в этот день не порадует. Тучи закроют небо, они будут с самого утра и до позднего вечера. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен будет закончиться. А вот атмосферное давление низкое. Врачи утверждают, что нейтрализовать воздействие низкого давления проще, чем высокого. Надо просто обеспечить себя свежим воздухом и продолжительным сном. Причем желательно еще и дневным. Идеальное время для сна от 14 до 16 часов. Также можно подкорректировать свое самочувствие с помощью питания. Съесть, например, что-нибудь в меру солененькое. В Краснодарском крае солнечно и жарко, температура воздуха чуть выше 30 градусов, ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха на Черноморском побережье. В общем, могу сказать, что будет очень-очень жарко. В Анапе, Сочи, Геленджике, в общем, на всем Черноморском побережье ясная солнечная погода. Температура воды комфортна, остается только отдыхать, купаться, загорать. У меня на сегодня все. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Строй», электросевкафмонтаж, жилой комплекс «Восток». Это квартиры с ремонтом. Очень удобно. Покупай, заезжай и живи. Всем удачи и отличного настроения в этот солнечный и жаркий день. С вами была Анна Петлина и прогноз погоды.